Привет, зритель. Давненько я не скрывала посылочки на камеру, да? Вот сейчас как раз тот самый случай. Смотри. Прямиком из Индии. Моя Индия. Ну, оно шло с Индии. Дошло до границы и буквально за 2 дня долетело до меня. Уже почтой России. Однажды мне написали менеджеры магазина «Маиндия», индийского магазина, первого магазина, который в период пандемии доставляет товары, первого и единственного, кстати, из Индии по всему миру, в том числе и в Россию. И доставка этих товаров по большей части бесплатная. А если ты, зритель, досмотришь ролик до конца, то будет тебе счастье, ты получишь промокод от меня на скидку в 6%. И этот промокод многоразовый, бесконечный. Можно сделать первый заказ, второй заказ и так до бесконечности. В общем, написал мне менеджер этого магазина и предложил сотрудничество. Да-да, этот обзор практически проплачен. Но на самом деле это бартерный обмен был. Мне предложили товары на обзор, и я согласилась. Ну а почему бы нет? Это интересно мне, я люблю Индию. Однажды я оттуда доберусь. Это, я думаю, будет интересно и тебе, зритель. Плюс, как бы, обзор магазина. Пока я буду распаковывать посылочку, все эти пупырки снимать, ты можешь посмотреть маленький ролик, который я специально для тебя засняла, о приложении магазина «Маиндия» для телефона. Это кроссплатформенное приложение. И можешь заказать с компьютера, с любого другого устройства, где есть браузер, и зайти на «Маиндия». А можешь установить приложение «Маиндия» на свой телефон и точно так же заказать. Регистрация там очень простая. Если, конечно, тебе нужно, зритель, отдельный ролик, я могу сделать обзор чисто так вот по собственному желанию ради тебя сайта. И покажу, как можно заказать, как можно зарегистрироваться, ввести промокод и тому подобное. Здесь как бы мой адрес с другой-то стороны, поэтому я тебе не покажу, зритель. Но вот здесь очень клевая наклейка «Маиндия». Продукты из Индии. Все продукты, предоставленные на сайте «Маиндия» в магазине, они как бы настроены на экспорт внутрь страны, но у тебя, зритель, и у меня, кстати, есть прекрасная возможность заказать что-то для себя, и это доставится тебе в любую точку мира. Смотри, какая упырка. У меня тут ножницы. Кстати, очень хорошо все запаковано. Что хочу сказать. Я как блогер и как клиент, и в общем как клиент я прошла все этапы заказа, заказала, выбрала на определенную сумму товары, спасибо «Маиндия». И ты делаешь заказ, зритель, тебе после того, как ты оформишь заказ, позвонят на сотовый телефон, который ты там оставишь, свяжутся с тобой и уточнят данные, там ФИО, адрес, еще что-то. Предупредят, что, возможно, какого-то товара не будет, возможно, наличии, и придется, возможно, подождать. В общем, мне позвонил человек, сказал, что да-да, вот ваш заказ учтен, как только так сразу. Слушайте, сколько тут пупырки. Видишь, зритель, ты можешь не бояться, что оно почтой России как-то не так доедет. Оно очень даже хорошо доедет. В целости и сохранности. В общем, вам позвонит после вашего заказа человек, уточнит данные. Ну и после, как бы, мне написали потом на e-mail, что вот определенных 2 товаров пока нет, и от поставщиков они будут такого-то числа. И как только появится, так сразу посылочка отправится. Посылочка отправляется авиаперевозкой, соответственно. И вам приходит фотография на e-mail того, что вы заказали. Перед отправкой товарищи из «Маиндия» фотографируют весь продукт.
И после уже пишут, что вот мы отправляем ваш продукт, вот так, номер заказа такой-то, да. И когда он будет на территории вашей страны, в данном случае России, то вам придет уже трек-номер почтовой службы, вы сможете отследить сами. И действительно, мне пришел потом трек-номер с письмом почтовой службы, и можно было это все отследить. Дальше у нас все это запаковано, можно сказать, в пищевую пленку, на самом деле это пакетик. Тут очень много пупырчатой пленки. Вот просто очень много. Так что нет такого риска, что, возможно, что-то там разобьется, побьется или не доедет. Что я заказала? Я заказала... Сейчас узнаешь, зритель. Да, кстати, насчет промокода, да. Ну, ссылка на сайт, конечно, будет в инфобоксе. Также сделаю закрепленный комментарий. Ссылка на каждый товар из моего заказа тоже будет в инфобоксе и в закрепленном комментарии. И промокод IvaForever, то бишь мой ник, который дает скидку 6%. Также на сайте очень часто проводятся разнообразные акции. Можно, допустим, найти какой-нибудь товар с зеленой машинкой. Зеленая машинка означает бесплатную доставку. Минимальная сумма заказа 999 рублей сейчас составляет. И как бы, допустим, ну, к примеру, я точно не помню, что-то было с зубной пастой. Допустим, два товара, если покупаете, то будет скидка 2%. Плюс бывают всякие там распродажи, скидочки на какие-то товары. Вот эти скидочки, скидочки за 2%, еще куча скидочек. Плюс еще у тебя будет купон-бонус, который ты можешь использовать на первый заказ, на второй и вообще на все последующие, он бессрочный. Эти 6%, я считаю, что это довольно выгодно, учитывая, что бесплатная доставка. Способы оплаты, как бы и Сбербанк, и много каких других. Проблем со способами оплаты нет. Я себе выбрала зубную пасту детскую. Ну почему детскую? У меня же зубы молочные. Я решила, что детская зубная паста самое то. 100 грамм. Вот я даже забыла, что тут 100 грамм. Кстати, вот сейчас распакуем. Не, кто-то может сказать, что, допустим, ту же Гималаю можно найти в каком-нибудь фикс-прайсе, да? Но мне кажется, намного удобнее получить товар из страны производителя, страны происхождения. Я не сильна в индийском. Патанаджили. Патанаджили. Вот такой тюбичек. Слушайте, если у вас есть детки, то очень экономично, мне кажется, в этом плане будет зубная паста. Тут целых 100 мл. Честно, я ни разу не пользовалась индийскими зубными пастами. Интересный такой запах травяной. Но с удовольствием буду использовать. Если кому-то интересно, я сделаю потом отдельный отзыв, допустим, на зубную пасту и на все, что тут у меня есть. Вот такая зубная паста. Я ее так зверски вскрыла. Тут по-русски, я так понимаю, ничего нету. В принципе, в Индии было бы странно, если бы что-то было по-русски. У меня здесь семена тулси. Масси от Гималая, бальзам с мятой от мигрени. Я его как бы рассчитывала. Ну и от прочих всяких болячек. Потому что он тут нарисован, можно там шея заболела помазать, можно еще что-то помазать. Я его брала исключительно от мигрени. Тут 10 грамм. Да, зрители, если ты из России, то, возможно, тебя смутит, что там надо какие-то данные себе оставлять, дабы доставка случилась. Но на самом деле ничего страшного нет. Я тоже оставляла эти паспортные данные и, кажется, ИНН. Это действительно есть такой закон в России, что если на таможке что-то ты там послал, чтобы оно не обкладывалось всякими лишними налогами. Вообще налогами не обкладывалось. Слушайте, какой интересный. Приятно пахнет. Как бы
Вот смотри, зритель, я оставила данные свои, да? И получила посылочку. И тебе бояться нечего, ты можешь смело оставлять свои данные. Но если ты из другой страны обитания, то там какие-то немножко иные условия. Что это я тут обозреваю, как-то так, не показывая, да? Семена тулси. Слушай, всегда хотела узнать, что такое семена тулси, попробовать их. Вот спасибо Майинди, попробовала, попробую. Заказала. Я, правда, потом узнала, что семена тулси – это базилик. Ну да ладно. Так бы и не узнала. Базил, сиц. Вот. Они, по-моему, как по типу семян чиа. Их можно хавать и худеть. Интересная какая-то крышечка. Распаковка и открытие. О! Ух ты, я думала, там оно россыпью будет. Ой. Иди сюда. А, оно в пакетике. Зритель, поделись мнением в комментариях. Ел ли ты когда-нибудь семена тулси? Да, кстати, на сайте можно найти одежду, ароматерапию, специи, которые, кстати, я сейчас покажу. Очень много всего. У меня подруга, когда я ей показывала этот сайт, сказала, что это своего рода Алиэкспресс, только индийский. Или, допустим, Вайлдберрис, только тоже индийский. Или, допустим, Озон, тоже индийский. Ну, в общем, Майинди – это аналогично, как вот у нас в России Озон, да? Там очень много всяких производителей представлено на сайте. Так, я достала. И нет наценки. Все продукты идут вот практически напрямую от производителя. Вот кто-то вот это создал. Выложил на сайт Майиндия. Пришла такая Лёра, заказала и вот получила напрямую от производителя. Organic Wellness. Круто. Буду с удовольствием кушать. Так, дальше у нас. Так вот, оно помимо того, что пленочку вот эту запихано, каждый продукт еще пленочкой обертан. Ну, это не пленочка, конечно, не пищевая пленка, но что-то похожее, слюда. Это у нас Мина Space. Тибетские специи. Очень мне хотелось тибетские специи. Я, правда, не очень представляю, куда их буду сувать. Но тут по-английски есть. Еще на индийском есть. И состав даже есть. Вот. Ну, при выборе товара у меня вопроса не было такого, чтобы такое выбрать. В первую очередь я хотела аромапалочки. Потому что именно в Индии производят самые лучшие аромапалочки. Как показала практика использования различных производителей аромапалочек. Ну и, соответственно, специи. Не, конечно, может в России где-то эти специи можно найти, но... Так как я неровно дышу к Индии с детства, то получить индийское из Индии в индийской посылочке напрямую, это было круто. Сорис, сугир. Не умеешь, не читай, называется. Вот. Ну, тут даже как-то это... А что я делаю? У меня же есть ножницы. Надо было, конечно, ножичек еще взять. Слушай, зритель, так круто. Тут в пакетичке закрытом. Порошочек такой. И специи. Правда, через пакетичек не понюхать, к сожалению. Но я боюсь сейчас раскрыть и чихать начать. Как у меня со специей обычно бывает. Я буду с удовольствием их пользовать. Я думаю, их очень надолго хватит. Ну и срок тут до мая 21 года. Слушайте, нормальный срок. Если поделиться с кем-нибудь, то вообще успею делать. Так, и последнее. Та-да! Хэм.
Вот в России я такое точно не видела. Раз пакетик. Два пакетик. Очень огромный выбор, там можно розу заказать. Я сначала думала, розу хотела. Потом можно лаванду, можно какой-то вот определенный такой аромат, можно моноаромат, можно на все случаи жизни аромат. Соответственно, есть там и подставочки, и аромамасла. Кстати, да, есть еще всякая еда, индийская, сладости в том числе. Ну, будь я не я, я бы, конечно, заказала какие-нибудь индийские сладости. Но я это я. Я заказала то, что я заказала. В общем, это хэм. Если ты зритель давно на меня подписан, или хотя бы около года, то ты знаешь, что я иногда обозревала что-то от хэм. И я в восторге от хэм вообще. 100 грамм. Сейчас узнаем, сколько их тут. Но я их уже вот чувствую, аромат. Смотри, интересно, так как. В коробочке еще коробочка. Вылезай давай. И тут такой пакетик. Не, мы, конечно, можем посчитать с тобой, зритель, сколько тут этих штучек. Я сначала сейчас вскрою. Мне кажется, не только любитель Индии, аюрведы или сладостей, или той же самой экзотики, допустим, индийская одежда, может найти что-то для себя на сайте MyIndia. На магазине. В магазине MyIndia. В интернет-магазине MyIndia. Смотрите. Слушайте, такая огромная кипа. Целый букет. Обратно бы теперь как-то засунуть его. Хватит точно надолго. Хоть каждый день. Приятный аромат. Магазин аюрведических товаров. В общем, ссылочка в инфобоксе будет на сам сайт. Ссылочка будет на каждый продукт из этого обзора, из моей ссылочки. Ссылочка будет также, или я постараюсь сделать на приложение, или просто само приложение напишу название, MyIndia. Можно поставить на Android. Я чуть не сказала Android. На яблочковый фон. Можно поставить на Google какой-нибудь там тоже Android. Ну, вот у меня Android не Google, у меня просто Android хуавеевский. И оно вполне сюда ставится. Если вы используете мой промокод, то у вас будет скидочка на 6% от суммы заказа. Ну и бесплатная доставка, напоминаю, на большинство товаров, она выглядит как зеленая машинка. Вот, допустим, вот эти палочки, рядом зеленая машинка. Если зеленая машинка стоит, значит бесплатная доставка. Да, кстати, у MyIndia есть странички ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграм, даже на Ютуб маленький каналчик. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, я вас заинтересовала и товарами с MyIndia, и самим магазином MyIndia. И всем пока! Не забудь поставить палец кверху.